Первача я взял 0,8, взял халвы, пару рижского и керченскую сельдь. И отправился я в белые столбы на братана, да на психов поглядеть. Ах, у психов жизнь, так бы жил любой. Хочешь, спать ложись, а хочешь, песни пой. Предоставлены им вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера. А братан уже встречает в проходной, он меня за опоздание корит, говорит: давай скорее по одной. Тихий час сейчас у психов, говорит. Шизофреники вяжут веники, а параноики рисуют нолики, а которые просто нервные, те спокойным сном спят, наверное. Приняли по первой первача, тут братана просто бросила в тоску. Говорит, пойдет, зарежет главврача, что тот, сука, не пустил его в Москву. А ему ж Москву не за песнями, ему надо выправить пенсию. У него в Москве есть законная, и еще одна есть знакомая. Мы пивком переложили, съели сельдь, закусили это дело косхалвой. Тут братан и говорит мне: Сень, а Сень, ты побудь здесь за меня денек другой. И по выходке, и по роже мы завсегда с тобой были схожими. Тебе ж нет в Москве вздоха-продыха, поживи здесь, как в доме отдыха. Тут братан снимает тапки и халат, он мне волосы легонько ворошит. А халат на мне, ну, прямо в аккурат, прямо вроде на меня халат пошит. А братан в пиджак, да и к поезду, а я булавочкой деньги к поясу. Иду себе на виду у всех, а и вправду мне отдохнуть не грех. Тишина на белом свете, тишина. Я иду и размышляю, не спеша. То ли стать мне президентом США, то ли взять да и окончить ВПШ. Ах, у психов жизнь, так бы жил любой. Хочешь, спать ложись, а хочешь, песни пой. Предоставлено нам вроде литера, кому от Сталина, кому от Гитлера.